И хочу немножечко развлечь вас такой вот книжкой. Это костюмная бижутерия. Книжечка стоит 60 евро. Здесь вот у меня украшения лежат. Это серебро. Что-то мне дарил муж, что-то я покупала сама. Но вот это не серебро, это просто вот бижутерия, но очень красивая. Это я покупала в 90-е годы, клипсы. Я вообще очень люблю клипсы и браслеты. Смотрите, какая прелесть. Ну, это так, память осталась. Ну, вот им, смотрите, уже сколько, 30 с лишним лет. Вот это вот брошечка серебряная. Тоже подвеска серебряная. Вот эти серебряные сережечки были куплены в Египте. Это тоже серебро. Это мне дарил муж. Это вот Мане. Старинные украшения. Вот такие вот клипсы. Они двухсторонние. Это тоже серебро. И вот такие стрекозки серебряные. А вот это вот брошь. Старинная. Это антикварная брошь. Мария Антуанетта называется. Серебро 835 пробы. Маркизеты. Размер 4,8. Вот такая вот красота. Это дорогая брошь. Очень красивая. А вот эти вот сережечки, гвоздики. Это сплав с серебрением, ручная работа. Ну, вот такие вот украшения. У меня их много. Я украшения люблю. Порой даже забываю, что у меня есть. Это так, маленькая-маленькая часть. Вот эти вот клипсы. Это клипсы Ив Сен-Лоран. Смотрите, какая красота. А вот эту брошь мы покупали, когда ездили в Испанию, в музее Сальвадора Дали. Она сверкает вся, прям переливается. Вот эта вот брошь, это брошь моей мамы, память. Она ее очень-очень любила. И к нему я купила вот такое старинное кольцо. Оно какое. Это тоже, не буду врать сейчас, но это тоже известный дизайнер делал. Это брошь. Вот такие вот серебряные сережечки. Колечко, которое я в Германии покупала, серебряное. Вот такие серебряные сережки тоже я в Германии покупала. И вот это вот брошь, тоже серебряная. Еще покажу вот такую вот вещь. Это реплика. Реплика броши, она называется «Красный дуб», подаренный для Джеки Кеннеди свекром Джоном Кеннеди. Джоном Кеннеди-младшим. 25 ноября 1960 года. И Жан Шлюмберже создал для компании Tiffany вот такое вот украшение. Здесь, естественно, копия. И первая леди надела брошку в свою первую поездку
как супруга президента в мае 1961 года. Ну, тут покрытие 24 карата золотое, кристаллы Сваровских. И это была любимая брошь, одна из любимых брошей Жаклин Кеннеди. Вот есть такой сертификат. Вот. Такая вот красота. Конечно, это произведение искусства. Красный дуб брошь называется. Она вся сверкает, но просто свет сейчас не очень хорошо падает, поэтому не видно. Ну и название «красный дуб» или «фрукты» в разных источниках названы по-разному. И вот эта брошь находится в выставочном доме президентской библиотеки в США. Оригинал – это 18-каратное золото и настоящие рубины. У меня, конечно, Сваровски и вот такая вот красота. Смотрите, какие все эти украшения дорогие. Это мамины любимые украшения. Вот такая вот красота. Это, как она называла, лунный камень. Я не знаю, что это за вставки такие, но очень красивые. Вот это серебряная подвесочка. По-моему, вот эти тоже серебряные. Серебряные клипсы. Это вот мамины любимые клипсы. Она их очень любила летом носить. А вот эта вот брошь, это я покупала в магазине Арс в Таллине. Ну, я не знаю им сколько, если не соврать, наверное, 50 лет точно. Вот такой вот броши. Ну, может быть, чуть-чуть меньше. И вот эти клипсы тоже очень-очень давно. У меня тоже, наверное, лет 40 им. Нравятся тоже они мне. А вот эти клипсы, это были куплены на ярмарке. Вот. Я много показывать не буду. Во-первых, у меня совершенно канал не про это, но просто для развлечения. Это Хаскил. У меня тоже есть такое украшение сейчас. Кто бы подумал, они стоят почти 85 евро. Такой вот комплект мне дарил муж на день рождения.
Это Демарио, 1950 год. 325 евро стоит это. Такие вещи, конечно, очень дорогие. Не знаю, видно будет или нет. Вот. Ну, вот такие вот вещи. И книга, конечно, книга толстая, большая. Листать ее долго. Ну, немножечко вот вам капельку одну. Ну вот видно Демарио. Рожь фирмы Eisenberg Ice 1962 года. Очень красивая. Ну вот я ее показываю поближе. Конечно, она красавица. Это брошь Кора. А это вот Вендом. Это брошь с клипсами. Маркировка Celebrity 1950-1970 год. Белый металл и черный пластик. Посмотрите. Прямо капельки росы. Красота. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Спасибо вам, что вы посмотрели. Спасибо, что заходите ко мне на канал. Пишите, как вам, понравились эти украшения? Или вы такое не любите? Счастья вам, любви, здоровья, чистого неба над головой. Пусть у вас в доме будет мир, тишина, наслаждение от этой жизни, от солнышка. Но это всего, что только можно. Пока.